Очередная посылочка с распродажи с сайта jd.com. Все тот же купон, вернее код для регистрации, при котором вам дадут купон на $10, будет в описании. Посылочка на почти 1,5 килограмма, если точно быть, 1330 грамм. Скорее всего, здесь одежда. 10 дней, 9 или 10 дней с Китая до почты, не курьерская. Это новое видео на канале Gadget Mania. Итак, мы начинаем. Поехали! Когда я печалюсь, я перестаю печалиться, и вместо этого становлюсь клёвым. И это правда. В общем, весьма радует сайт JD. Посылает по всей России товары. Скорее всего, здесь будет одежда. И погнали. Скорее всего, вы увидите вставочки. Здесь сыну, себе, не только себе, поназаказывали. Будем смотреть, что это такое. Толстовки, рубашки, кофты. Итого у нас посылочки. Вот, чтобы вам было видно, таким вот образом все сделаем. У нас 4 товара. Это у нас синяя толстовка, серая толстовка. Непонятно, размер М. Скорее всего, жене. Это посылка S-ка сыну. Толстовка тоже. И это рубашка XXL, наверное, мне, не знаю. Ну, в общем, посмотрим. Давайте, наверное, рубашку не будем. Что на нее смотреть? Рубашка, она, в общем, такая синяя. Хотя, что смотреть? Давайте посмотрим, как она выглядит. Из какого у нас материала. Вот так вот это все, друзья, выглядит. В общем, скорее всего, это синтетика, смесь синтетики с чем-то. Что у нас на лейбах написано? Но явно это не хлопок, хотя может быть Yang Hin Yuan, это лейб какой-то китайский. Пошито, конечно, как и предыдущий товар, не совсем на отлично, но что вы хотите, друзья, 3 рубля 90 копеек стоит эта рубашка по акции 5-центовых товаров. На самом деле товары стоят $10 и больше, но с применением купона, который вы можете получить, зарегистрировавшись и применив код, который вы видите сейчас на экране, вы, соответственно, заплатите всего 5 центов. Но сейчас действует акция на товары от $20. Поэтому китайцы у нас просекли, что за тема. Ну, в общем, вот такая вот рубашечка. Не знаю, как вам еще ее показать. Таким вот образом она смотрится. Ну, прикольно еще. Посмотрим, будем носить или нет. Далее. Далее у нас вот такая вот толстовка. Итак, продолжим. Следующая у нас вот такая вот толстовочка красного цвета. Сыну заказал, соответственно, посмотрим, что там. Ну, на картинке выглядит... сейчас, наверное, увидите на экране картинку, вставим. И вот такая вот штукенция. Ну, ему будет, наверное, в самый раз. Я уже приблизительно по размеру вижу. Сделано из 100% синтетики, наверное. Я не знаю, как это. Тут на лейбах, друзья, ничего нету. Тут просто есть размер S. Супер бренд Yang Hin Yuan. Тут все тот же самый. Размер S-очка. Вот такой вот. На самом деле, сейчас эта кофта стоит $20 с лишним. Нам же она досталась, опять же, привет китайцам, если они нас смотрят, за 4 рубля. Опять же, по распродаже 5-центовой, которая проходила 9 числа. Но еще раз напомню, сейчас действует акция. Регистрируйтесь с указанием кода, который вы сейчас видите на экране, и вы получите купон на $10, сможете его применить в этом магазине. Что-то себе купить. В общем, вот такая вот толстовочка. В принципе, прикольно, мне нравится. Здесь такая вот подкладочка, она такая, ну, байховая, что ли. Или пародия на байху. Вот, следующее. Следующая штука. Давайте какого цвета? Ну, давайте, наверное, синюю оставим на самое завершение этой безумной распаковки одежды из Китая. И сейчас у нас будет серая кофта. Размер М. 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 Вот таким вот образом она. Опять же, вы видите сейчас на экране, друзья, как она выглядит на витрине магазина. Вся правда о китайской одежде. Вне акции они стоят по 1500-1300 рублей, то есть $20 с лишним, напоминаю. Сейчас же она нам опять досталась за
4 рубля. Вот как выглядит, вы видите на экране, и как выглядит в жизни. Похоже, да, есть пуговицы, которые есть на фотографии, есть вот эти, зеленые эти штуки. Но, если честно, 1300 рублей я бы за это не заплатил, была бы на то моя воля. Ну, наверное, сносится, опять же, под такая здесь обратная сторона, типа теплая. На самом деле, я думал, что это будут кофты такие, знаете, толстовки, толстые, матерые. Но нет, это такие пуловеры, которые надо что-то еще, футболку под нее одевать, чтобы можно было ходить осенью, поздней. Вот такая вот кофта. Мне визуально нравится. Размер М-ка, в принципе, ну, не знаю, XXL, наверное, вообще бешеная придет по плечам. Маленькая, рукава длиннющие. Следующее в нашей распаковке, наверное, самое путнее. Размер XXL. Безумный китайский размер. Китайцы мало мерят. Она XXL, а рукава здесь на... Сейчас, все, подождите. Ну, рукава мне будут нормально. У нас таких несколько кофт придет. Не знаю, ничего не угадать по этим трек-номерам, потому что несколько заказов в одной посылке. Вот такая вот синяя толстовочка. Она более-менее сносная, ее можно одевать, наверное. И она более такая, что ли, утепленная. В общем, не такая тонкая, как предыдущие. Вот такое вот короткое видео было на канале Gadget Mania. Безумные распаковки, плейлист распродажи. Распаковки распродаж, одежда с Китаем, будут еще и гаджеты. Поэтому проходите обязательно на канал, вернее на сайт gadgetmania.ru. Там собраны все купоны, которые можно себе придумать, чтобы вы смогли экономить на своих покупках в интернет-магазинах Китая, России, США, на eBay. В общем, везде, где только можно. Постоянно обновляется, сайт будет усовершенствоваться. Пользуйтесь и рассказывайте своим друзьям. Обязательно подписывайтесь на нас в социальных сетях, вступайте в нашу группу ВКонтакте, там мы публикуем самые последние новости из мира хай-тек и тоже не только. Подписывайтесь на наш Инстаграм, лайкайте фоточки. Все полезные ссылки будут в описании. Применяйте купоны, пользуйтесь. Пока-пока.